Мы, представители колонизированных народов России, обращаемся к мировой общественности. Российская власть захватывает в заложники наших родных и близких. За наше активное несогласие с преступной войной. За то, что не хотим и не будем молчать. За нашу гражданскую позицию. Сегодня взят в заложники брат лидера. Лидера башкирского национального движения. Завтра могут прийти за любым. Давайте вместе остановим этот беспредел и насилие. Потому что только вместе мы сила. Только вместе мы сила. Россия – тюрьма народов. Эрэсэ олну кудыгы кучар иерет тюрмды эдл дэрджэнэ. Арыс гурын, ундэтэн ятнэ харыгыр. Россия – раскетнин дэкстаму кудыг. Россия – народтар хайлара. Эрэсэй халықлар түрмэсэ, кол халықлара озатлык. Россия – халықтар түрмэхэ.